Зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу капля шириной 4 метра, длиной 7 метров. Будут фрамуги, коньковые, стеновые. Все будет стоять вот на таком брусе. Пока приехали, разложились, приступаем к сборке. Теплицу мы поставили, закрепили ее к основанию. Все выровняли, сейчас начнем крыть крышу поликом. В крыше у нас будет 4 фрамуги. Две штуки будет во втором квадратике, во второй секции. О, как правильно сказать-то. И две в третьей. Короче, когда сделаем, будет видно, как они расположены. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу капля шириной 4 метра, длиной 7 метров. Идем смотреть. Вот уже снаружи видно, что у нас боковые фрамуги. Верхние фрамуги, коньковыми их назвать не смогу, потому что коньковые ставятся выше. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20x40, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад, арки в виде ферм. Конструкция очень надежная, очень прочная, держит любые нагрузки. За счет каплевидной формы на ней не скапливается снег. Фрамуги у нас на газ-лифтах, цепочки, ограничители, шпингалет, раз, автоматически защелкнулся. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Теплица очень объемная за счет ширины и высоты. Очень приятно, комфортно, не чувствуешь стеснение. Поликарбонат 4 миллиметра, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Кстати, вот цельная дверь с одного торца и торцевая форточка с другой стороны у нас. Вот такая вот отличная, просторная, а главное, очень надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы. Красота-то какая! Лепота! Лепота!